Перед нами бюджетный робот-пылесос Taurus Striker Mini. Что у нас входит в комплект? Коробка, само собой. Коробка. Инструкция. На русском языке тоже есть инструкция. Аккумулятор 14,4 вольта. Можно присмотреться, что это много пальчиковых батареек. Две щетки. Да, они все кривые, но в инструкции будет написано, что в горячую воду из-под крана кините, в какую-нибудь емкость, там, в ведро, и вот эти все щеточки расправятся, и они будут прямые. Значит, две щетки. Блок питания для заряда с евророзеткой. Салфетка из нетканной ткани. Она вешается здесь. Ну, вроде как влажная уборка для ламината, плиток, всего остального. Салфетка. Специальное крепление. Ну и сам пылесос. Вот он вешается. Сам еще ни разу не пробовал, но у нас... Вот так она вешается, в принципе, ничего страшного. Сюда ставятся щетки. Есть три датчика уровня, чтобы он не упал, это потом вы увидите. Все такое в этом роде. Так. Аккумулятор ставится у нас сюда. Понятное дело, контактами сюда. Открывается. Щетки у нас ставятся сюда, защелкиваются. Аккумулятор сейчас разряжен. Но он может поехать. Нет, он говорит, что я разряжен. Хорошо. Здесь. Так. Это мы выкидываем. Здесь у нас фильтр стоит циклонный. Система циклон. Принцип простой. То есть открывается крышечка, берется двумя пальчиками. Вот видно. Они все проверены. То есть этот пылесос тоже проверку прошел. Тут пыль, грязь. Ставим, закрываем и защелкиваем. Защелкиваем, вставляем. И убираем. Такой вот пылесосик. Теперь посмотрим, чай, как он работает. И сколько работает он. Он не упадет с этой ступеньки, если вы правильно настроили. Он будет так крутиться до посинения, пока батарейка не сядет. Он никогда не упадет. Ну, если, конечно, вы его не подтолкнете. Ну, поскольку нам тут уже он не нужен, мы можем его поставить
сюда. Тут как раз много мусора. Пускай ползет. После него мусор убран. Потихонечку радиус действия увеличивается. Посмотрим за 15 минут, как он набрал пыль. Набрал ли он вообще? Батарейка еще не севшая. В принципе, все в порядке. Смотрим. Спустя 15 минут, как он проехался по квартире. Вы видите, сколько там песка. Всякого разного грязного. Ну и тому подобное. То, что мы не видим глазами сверху, он все это собрал. То, что на полу. В принципе, квартира достаточно чистая. Ну, как бы это надо пойти выкинуть. Пылесос незаметно, но работает. Он может не убираться профессионально, а он может поддерживать чистоту в квартире. То есть запустили его,
И он поехал. Поддерживает чистоту в квартире. Да. Это можно сейчас выкинуть. Вот они щетки. Вот они уровни. У меня стоит на 2. На точечку 2 по кругу. 1, 2, 3. Второй уровень. Из-за этого он у меня не собирается никуда падать. И теперь пусто. Можно немножко ее отбить, чтобы почище было. Ну, в принципе, и все. В обратной последовательности собираем. Просто открываем заглушечку. Втыкаем. И вот так вот он моргать начинает. Он начинает заряжаться. Когда зеленая загорелась ровно, значит, он полностью заряжен. Если, конечно, он ездит, вы его не сможете включить так, он то, что стоит на зарядке. Зато, когда вы его вынули, он сразу может включиться. Сейчас он у меня уедет. Вот. Он сейчас начнет движение. Стой. Если батарейка садится... Во время движения начинает гореть вот это. И пищать. Пронзительно пищать. С переменами, подзывая хозяина, чтобы зарядиться. И если он тоже где-то застрял, допустим, под кроватью, где-то там застрял, он выключится и начнет тоже пищать. Что я застрял, хозяин, достань меня. Вот такая вот техника. Итальянская Taurus Striker Mini.